На часах 13.05, это прямой эфир, мы продолжаем передачу «Дневной разворот», и еще раз добрый день вам говорят ведущая Дарья Пузлеева. И Владимир Сметанин. Да, мы продолжим в этом часе немного тему, начатую с 12 часов. Напоминаем, что городская администрация в ближайшее время обещает опубликовать на своих ресурсах список исторических зданий, объектов культурного наследия, которые чиновники хотят сдавать в аренду бизнесу, в том числе за чисто символическую плату. 1 рубль за 1 квадратный метр в год. В первом часе мы послушали комментарии по этому поводу Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы. Юрий Львович в целом положительно высказался об этой инициативе. Он выражает надежду на то, что это действительно поможет, этот порядок поможет содержать и привести в надлежащий вид исторические здания. Да, окончательное решение. Все мы ведь хотим, чтобы они выглядели нормально, да, и они жили, продолжали активной жизнью, были наполнены, да, с этой точки зрения. Мы ведь нисколько не сомневаемся. Это не должно все хереть, ветшать, обрушаться и так далее. Кстати, на самом деле не все далеко. Да? Да. Кто-то хочет, чтобы исчезли с лица земли. Да, я очень часто в сети натыкаюсь на комментарии, что пора избавиться вообще от всех этих развалин и построить на их месте что-нибудь новое, современное. Ну, не знаю, мне кажется, это не слишком умный такой подход. Да. Андрей Усенко тоже послушали по этому поводу, президент Авиаторгово-промышленной палаты. Ключевое слово «обременение» там прозвучало, да, у Андрея Леонидовича. В общем, мягко говоря, скептически он смотрит на эту инициативу. По крайней мере, в том виде, в котором она пока есть. Да, найдется ли у нас такой бизнес, который захочет взять на себя такую ответственность. И также был с нами на связи Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации. Техническую сторону вопроса мы послушали. В общем, дело все это непростое. Да? Обследовать это здание, понять, что и именно нужно приводить в порядок. Порядок цен, как сказал Павел, до 2 раз выше, да, на работу с историческими зданиями. Ну, это, безусловно, плюсом соответствия всем требованиям контрольно-надзорных органов и определенные допуски, и определенная, безусловно, квалификация специалистов, строителей, которые будут с этим совсем работать. Да, есть у нас еще спикер, с которым хотелось бы обсудить эту тему. Александр Ливанов, координатор движения «Красивый Киров», с нами на связи. Александр, добрый день. Здравствуйте. Да, Александр, приветствуем вас в прямом эфире. Ну, вот я уже сказал о том, что мы действительно все... Большинство, да, по-честному стремимся, чтобы уже положительным образом решить судьбу этих исторических зданий, чтобы они находились в надлежащем, красивом виде. Вот этот порядок, разрабатываемый сейчас с администрацией, тонкостей мы сейчас пока еще не знаем всех. Завтра на городской думе там, видимо, будут какие-то подробности. Как вы его воспринимаете? Внушает ли в вас лично это некое доверие? Ну, какого-то нового проекта я пока не видел. Последние несколько лет нам представители администрации всех подразделений утверждали, что у нас уже программа «Украина за рубль» существует. Но на моей памяти так ни одного, как бы, переданного дома по ней не случилось. Я был одним из заявителей, который подавался на эту программу, ну и был получен отказ. Напомните, что это был за объект? Мы подавали совместно с Еленой Кустовой через некоммерческую организацию документы на усадьбу Лебедевых. Это недалеко от вашего офиса. Прекрасное здание с лучшими в Кирове, наверное, наличниками. А как-то обосновали, Александр, отказ? Ну, как всегда, бюрократические сложности. Дом не в том реестре, не в том состоянии. Ну, в общем, все это сложно. Вот то есть он непосредственно нет его в списке ОКН, да? Да, нужно, чтобы он был в реестре, чтобы он был расселен, чтобы он был в нужной собственности. В общем, там столько всяких «но», что, как бы, видимо, и у чиновников, и у людей, которые хотят... Через какое-то время после попыток опускаются руки. В общем, это не ваша, это не ваша вина, да, что вы не смогли получить это в аренду. Это просто действительно бюрократический препон. Ходят слухи, что хотят новостроить вместо этого дома, делать синтиво, так скажем, один из самых прекрасных образцов. Ну, будем посмотреть, что с этим происходит. Сейчас-то напомните, какой статус у него? Сейчас он выявленный объект культурного наследия. Сколько их вообще у нас в городе, Александр, таких объектов, которые, ну, в перспективе могут попасть в список, готовые для аренды? Так, в принципе, ограничений никаких нету. Это, наверное, лучше спросить департамент муниципального имущества. Ну да, вот мы ждем этого списка конкретного. Да. Вопрос ведь в том, что они не работают не только по льготной программе. Вот вчера мне пришел отказ на заявление о выкупе аварийного исторического дома.
вот, который с 2015 года находится под, в программе расселения аварийного жилья. Там люди живут в нечеловеческих условиях, администрация обязана их выселить, но даже когда есть инвестор, готовый как бы их расселить или выкупить за стоимость, которая позволит это сделать, администрация, к сожалению, не идет навстречу. А что за дом? Какой конкретный объект? Дом Динамовский 28, дом архиерейских служащих. Угу. Вот интересная, да, ситуация складывается. То есть по уже по существующей работающей программе люди не могут добиться передачи чего-то. Вот мы опять изобретаем, да, что-то новое. Пытаемся купить, да, за полную стоимость и снова получаем отказ. Угу. Ну, слушайте, вот вы говорите, да, что уже две попытки, ну, минимум две попытки, да, уже предпринимали. А в целом в Кирове велико ли сообщество этих потенциальных арендаторов, желающих взять, взяться за это непростое дело? Возможно, вы знаете кого-то, кто тоже сталкивался, да, с такими отказами. Просто вот мы, пообщавшись... Ну, с учетом, да, того, что объекты сложные, вы уже, наверное, в рамках программы как бы развивали эту тему, то есть с ними намного больше мороки, намного больше вложений, нету никаких гарантий со стороны государства, что потом этот объект можно будет ввести в эксплуатацию, сдать там в пожарную инспекцию и все остальные там пройти этапы волокиты. Как бы очередь не стоит, вам так вот скажу. То есть даже как бы за рубль это по большому счету больше, наверное, меценатство, чем какой-то там бизнес по покупке недвижимости. С учетом даже того времени, которое просто туда придется вложить и оббегать все проектные организации, строительные, лицензированные организации. Александр, смотрите, вот еще такой момент. Насколько, на ваш взгляд, администрация на самом деле, да, городские власти хотят привести там эти здания в порядок, передать их бизнесу, чтобы восстановить, ну, то есть не насколько превратиться... Насколько они искренне, искренне, да, в своих намерениях... В этих заявлениях, да? Не превратиться ли... Не, эта программа, думаю, возможно, что... существует лишь для того, чтобы показать на бумажке, что да, вот у нас что-то мы работает, что-то, а бизнес сам уж не захотел. Да, чего, ну что в принципе, как и охранные статусы на эти дома, это все в основном существует чисто на бумаге и даже там, где объекты, которые берутся каким-то образом, они зачастую делаются с огромными нарушениями. Вот даже вам пример хочу привести. На улице Спасской магазин Клобукова. В прошлой осени стоят леса. Они, по-моему, были взяты, кстати, в аренду. Закрыто все пленкой, работы не идут. Ну, я предполагаю, что уже больше миллиона ущерб от просто простоя этих лесов. Как бы вот таким образом у нас ведется реставрация даже тех объектов знаковых, которые заявлены в городе. Ущерб, которые... ущерб объекту вы имеете в виду, да, непосредственно? Ну, леса стоят минимум 100 тысяч. А, я имею в виду... Такие контрольные, как бы аренда лесов стоит 100 тысяч в месяц минимум. Убытка уже. Они стоят, работы не ведутся. Как бы... Можно было бы эти деньги пустить уже на следующий объект, но мы будем их целенаправленно как бы сливать... в ходе реконструкции текущей. А на ваш взгляд, Александр, как координатора движения «Красивый Киров», не хватает нашему городу таких современных заведений именно в исторических зданиях, как в других более крупных мегаполисах, каких-то ресторанов, да, вот с таким историческим этим антуражем, магазины, лавки, не знаю, другие учреждения. Все это имеет место у нас в городе? Могло бы это все развиваться? Имеет место быть, и люди интересуются в первую очередь подлинными образцами, самобытными. Мало кому из туристов интересен новострой с какими-то декорациями. Пускай кривой, косой, но настоящий там наличник, настоящий кирпич. Они создают вот ту подлинную среду, которой люди интересуются, за которой готовы ехать. Вот. Точно так же, как любые там объекты архитектуры, искусства. Вы же едете в картинную галерею, чтобы посмотреть подлинник, хотя никакой проблемы распечатать дома постер у вас нет. У нас такую интересную идею в эфире высказал президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Ну, я так перефразирую немножко. Он сказал, что вот эта аренда льготная — это всего лишь первый шаг, да,
А на самом деле власти должны бы помогать, наверное, в продвижении этих объектов, и там, вплоть до самого губернатора, да, он должен на всех площадках и у себя в соцсетях там регулярно информировать. Вот, смотрите, у нас какое заведение тут появилось. Ну, грубо говоря, помочь бизнесу стать рентабельным, да? Помочь, если вот кто-то зашел туда, информационную он может поддержку рассчитывать на какую-то... Информационную поддержку, кажется, в том числе. Мы уже очень далеко вперед загадываем. Давайте хотя бы начнем с того, что хотя бы один объект будет передан кому-то под восстановление, не под снос, и строительство там новой коробки там в той же геометрии, там, да, в пространстве. А действительно, настоящую реставрацию вот, не передайте кому-то один объект, и тогда поговорим, да, как дальше его раскручивать, кому он будет интересен, как привлекать туда туристов и все прочее. Для начала нужно просто начать процесс составления реестров, передачи, согласования всей документации, выход на работы на строительные. Это должна быть нормальная, регулярно исполняемая программа, а не просто какие-то заявления. Понятно. Поняли вашу точку зрения. Александр, спасибо большое. Да, благодарим. Александр Ливанов, координатор движения «Красивый Киров», был с нами на связи. Завершаем на этом нашу первую тему. Как-то уже много времени ей уделили. Еще раз напомню, что завтра, 29 марта, и в этот день состоится заседание очередной Кировской городской думы, где будет рассматриваться в том числе и этот вопрос. Ну и еще раз повторюсь, что чиновники в ближайшее время список объектов культурного наследия, которые чиновники собираются сдавать в аренду, он появится на главной странице прям сайта городской администрации. В общем, посмотрим, изучим. Я думаю, что не исключено, что вернемся еще раз к обсуждению этой темы. Да, у нас подошла следующая гостья, с которой будем обсуждать. И тема подошла, и гостья. И тема подошла, и гостья. Елена Урмацкая у нас в гостях, председатель Кировского отделения Союза журналистов России. Елена, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Мы встречались совсем недавно на медиафоруме «На семи холмах. Ветка 2023». Наши коллеги, я в том числе, участвовали на пленарном заседании, там, в работе секции отдельных. Давайте сейчас вот в целом подведем какие-то общие итоги прошедшего мероприятия. Ну и, безусловно, хотим мы вас расспросить по поводу этой интересной идеи, которая, ну, которую я, на самом деле, слышал и раньше, да, чем вот на этом медиафоруме. В общем, дом журналиста, да, по примеру таких организаций, которые есть у нас в других городах. Центральный дом журналиста существует? Существует в Москве? Конечно, существует. Ну, с чего начнем? С дома давайте журналиста? С итогов. Давайте с итогов. Да, действительно, на прошлой неделе, в пятницу, 24 марта, у нас состоялся медиафорум, долгожданный, наш любимый, 14-й уже, на Семи холмах, Вятка 2023. Всего в работе форума приняло участие 386 журналистов. Это Киров и Кировская область. Но журналисты, сотрудники пресс-служб, в общем, все, кто имеет отношение к медиа, к информации. К нам приезжали гости, москвичи, из Ярославля гости, спикеры, вели площадки различные, профильные. Мы, как организаторы, наше региональное отделение Союза журналистов России постарались учесть интересы разных сфер медиа. И для телевидения были площадки, и разбирали Телеграм, Дзен, другие. Социальные сети. Социальные сети, да. Изучали мы новшества в законодательстве с точки зрения юридической безопасности. По фейкам говорили, по факт-чекингу. Районные газеты подробно получили анализ своих изданий от Косютина Владимира Владимировича. Владимир Косютин, секретарь Союза журналистов. Да, в пленарном заседании у нас вообще высоченные гости участвовали. Приехал Владимир Геннадьевич Соловьев, председатель Союза журналистов России, и Сабитов Рифат Абдулвагапович, это в Общественной палате России. Заместитель генерального директора ВГТРК. Да, и председатель комитета по взаимодействию со СМИ Общественной палаты России. То есть человек крайне широких взглядов на российскую журналистику, глубоких знаний. Прелесть этого медиафорума не только в получении новых знаний и повышении профессионального уровня, но и в общении между собой, с федеральными медийными фигурами. В общем, я считаю, что все удалось, отзывы прекрасные. Общаемся с коллегами, получаем сообщения. Владимир, вам как участнику, скажите ваши впечатления. Довольно все на высоком профессиональном уровне прошло, очень много что запомнилось, запало куда-то, да, в мозг, в память. Ну вот, в частности, сейчас мы про господина Сабитова заговорили, яркая фраза мне запомнилась. Надо перестать уже разделять региональную журналистику и федеральную журналистику. Везде люди работают качественно, нормально, если хотят, да. И, по-моему, еще он привел пример
федеральных, да, по-моему, телеканалов, где до 80% прям сотрудников доходят от люди, приехавшие из регионов. Нет, не так? Я вообще в корне не согласна вот с этим мнением, потому что мне кажется, что нет более специфической вещи на Земле, чем региональная журналистика. И... Когда ты дотошно во все эти вопросы погружен или что? Нет, специфика, скажем, та, которая тебя окружает. Вот эта вот шутка про «мы находимся с вами вместе, где ничего не происходит», она ведь и не шутка на самом деле. И просто когда ты в свое время, да, мы ездили много по медиафорумам и федеральным, и ты всегда сталкиваешься с тем, что федеральные спикеры, они на одном берегу реки большой, а ты на другом. И вы друг друга не понимаете, потому что они говорят, вот делайте так. Ты говоришь, нет, мы так не можем делать. Это невозможно. И поэтому мы потеряем аудиторию. Разделение федеральной и региональной журналистики, оно не проходит там, что вот вы правильные, вы нет, вы профессионалы, вы нет. Как бы нет, не в этом суть. Но отрицать в том, что это разные вообще вещи, ну, как бы, на мой взгляд, очень странно. На самом деле границы стираются. И со временем вот то, что было раньше, сейчас вот несколько иная уже атмосфера внутри журналистики. И вот это деление на регионалов и федералов, оно действительно уже нивелируется. Это было заметно и у нас на площадке в пятницу, потому что общение со спикерами очень легко протекало, и не было такой пропасти ни в знаниях, ни в интеллекте. Нет, пропасть ни в знаниях, ни в интеллекте, ни в подходах. Ни в подходах, ни в чем. И кроме того, я скажу, например, я каждый год езжу в Сочи на форум современной журналистики «Вся Россия». Там больше 1000 человек из всех регионов, ну и, соответственно, федералы приезжают любого уровня. Мы вполне нормально разговариваем на одном языке. Я думаю, что век цифры, век развития соцсетей, ну вообще технологий, поменял немножко подходы к журналистике. Вот когда была классика, там российская газета, у нас первый канал, это были другие вещи. Сейчас немножечко другая ситуация. Ну, нет, тут я, конечно, не про первый канал уже. Вот губернатор же сказал на медиафоруме, да, что в юбилейном для Кирова 2024 году мы постараемся провести несколько форумов и фестивалей всероссийского уровня. Может быть, вот там действительно как-то получше проработать, да, эту тему взаимоотношений федеральных и региональных журналистов, как-то перемешать между собой, да? Отличная идея. Поделились опытом. На самом деле, в рамках форума прошла встреча Владимира Геннадьевича Соловьева, председателя Союза журналистов России, с нашим губернатором Александром Леонидовичем Соколовым. Я на этой встрече присутствовала. И один из вопросов, который они обсудили, это провести очень масштабный медиафорум, пригласить председателей союзов журналистов с делегациями других регионов. Это, соответственно, будет не однодневное мероприятие. То есть тут уже и масштаб другой. Так загуляем на несколько дней. Да, но мы получим и информационную волну совершенно иного уровня. То есть тут на всю Россию прогремим, собственно. Мне понравилась такая идея, почему нет? Ну и, конечно, обнадежили слова главы нашего региона, да, его оценка работе журналистов, ее важности, ее роли. Быть смелее, он призвал, да, журналистов, кусаться, а мы будем вам помогать, собственно, получать нужные комментарии, да, нужную такое. Информацию. Вот так бы и вот хотелось бы вот очень мне в тот момент сказать, что... Наш продюсер Анна Лапшина знает все о том, как быстро, вот сейчас я позвоню, и все сразу дадут нужные комментарии. В тот момент, когда губернатор это говорил на медиафоруме, я там смотрел на некоторых людей, сидящих, да, в первых рядах, которые не очень, по нашему опыту, да, общаются с журналистами. Вот так и хотелось сказать. Александр Валентинович, вот вы напрямую им скажите, чтобы они выходили с комментариями. Ну да ладно. Дом журналиста. У нас 4-5 минут еще есть, чтобы поговорить. Что это такое Дом вообще? Дом журналиста. История для нас не вчерашняя. История много-много-многолетняя. С чего начну? Вот у нас 89 региональных отделений Союза журналистов. И вот, друзья, во всех регионах Дом журналиста есть, а у нас нет. Все поколения вятской прессы, вот там вглубь истории, мечтали, ну, с тех пор, как Союз журналистов есть, а он с 59-го года у нас работает в Кирове, в Кировской области, мечта всегда была иметь свой дом жур. И вот так никогда и не получалось. Для чего вообще это нужно? Что это такое? Что это за формат что вообще такой? Да, ну, во-первых, начнем с того, что это здание. Так. Конкретное здание, где располагается
ответственный секретарь находится, Союз журналистов, где проходят творческие встречи, где проводятся обучающие семинары, те же конференции. То есть Союз журналистов обладает каким-то активом, они просятся постоянно ко всем, пустите Христа ради, там, туда-сюда, ну что это такое. Любой журналист, приезжая в областной центр из районов области, знает, что здесь его всегда ждут. В моем понимании, на первом этаже может располагаться какая-то кафешка, там для неформального общения. Чтобы накормить, напоить своих коллег. Кофе попить, да, с чизкейком обсудить какие-то вещи. То есть это полноценный творческий дом. У нас же творческий союз, союз журналистов. Поэтому такое здание, мое глубокое убеждение, и у нас в Кирове должно быть. Другой вопрос, что об этом говорим уже не первый раз. И однажды обещание выделить нам такое здание уже звучало. Это было осенью 2020 года, и даже здание называлось, это Кунсткамеры бывший. Оно тогда было еще не столь разрушено, как сейчас. Но, в общем-то, это осталось только на словах, и ничего сделано не было. Что бы я как председатель потом не предпринимала, делался вид, что никаких обещаний не было. Ну, вот такая история. В этот раз, пользуясь приездом Соловьева Владимира Геннадьевича, мы решили эту тему поднять, возобновить и обсудить с губернатором, коли уж у нас будет личная встреча. И Александр Валентинович поддержал. Пока без конкретного места. Пока без конкретного места мы остановились на том, что будем подбирать само здание. Что это будет вообще? А есть у вас, наверняка на примете, что это есть? Вы же ходите, гуляете, вот и думаете, вот здесь было бы прямо вообще... Сейчас конкретный взгляд прям, да? Так вот, прямо сейчас я не скажу ничего, потому что уже понятно, что с пятницы мы десятки вариантов перебрали, и тут хочется, и там хочется. Ну вот в продолжении нашей первой темы, первого часа, да. Объекты культурного наследия. Объекты культурного наследия брать в аренду. Вот, понимаете, по чисто символической цене. Нам здание дадут в том виде, в каком оно на данный момент есть. Но денег на ремонт у нас нет. Поэтому, конечно же, мы будем подбирать здание с точки зрения еще и его состояния, чтобы оно было приемлемым для переезда. Да, мы готовы ремонтировать, естественно, но все-таки у нас не коммерческая организация, поэтому нужно будет спонсорские какие-то деньги искать, еще что-то. То есть хотелось бы сразу заехать и работать. И развернуться, уже работать непосредственно, да. Интересная затея, конечно, да. Приехать на первом этаже, посидеть в кафешке, то есть отдельной аудитории, да. И знать, что всегда кто-то из коллег там находится. А вот смотрите, да, Елена, вот буквально там пару минут назад мы говорили там о цифровизации, журналистике. Вот, а будет ли там кто-то из коллег, с учетом того, что, как вы говорите, границы стираются, то есть там пандемия нам вообще показала, что практически все можно перетащить в интернет, формате. Да, виртуальный формат. Насколько вообще сейчас вот уже вот сама идея вот этого физического здания, она актуальна? Актуальна на 100 с лишним процентов. Это не нетворкинг. Чтобы тут не путали, это не место, где приходят работать куда. Пожалуйста, хочешь поработать, приходи. Это для иных встреч. Презентация своих книг, обсуждение каких-то тем, это обучающие семинары, региональное отделение, ведь мы этим постоянно занимаемся. Будет здание, будут и мероприятия. В том-то и дело. Встреча с представителями власти, в том числе, в том числе, да, бизнеса и так далее. Какие-то маленькие пресс-конференции, небольшие брифинги. Вот мы сейчас очень много мероприятий проводим, но у нас основное затруднение в помещениях. Мы устали проситься к кому-то, ходить с протянутой рукой. А тут все у нас. Будет определенное расписание, как я понимаю. Там на сайте всегда можно будет посмотреть, когда что происходит. Вот так я вижу. Да, расписание. Если там есть окна в этих расписаниях, почему бы там не попытаться заработать еще на сдаче собственных площадей? Ну, это я так. Ну, тут можно также много можно предоставлять, да, если там будет какой-то конференц-зал. Да, много нет? всего можно придумать. Тем более, что у нас сотрудники и так работают с 9 до 6. Вот в Союзе журналистов ответственный секретарь у нас Сергей Гагара, я там целыми сутками. У нас будет вот свое помещение. Ну, можем сейчас обозначить какую-то временную точку, промежуток, когда все-таки ясность-то уже в вопросе возможно, появится. Возможно, с губернатором там, да? Я думаю, все ближе и ближе юбилейный год все-таки. Да, я думаю, что вот прямо на сегодня даты такой нет.
переезда. Это все сейчас уйдет у нас вопрос в обсуждении конкретного здания и оформления отношений. Сколько времени это займет? Ну, постараемся, чтобы это было как можно быстрее. Ну и подождем список исторических зданий, которые должна опубликовать городская администрация. Вдруг там будет что-то не очень плохое. Да, да. Где появится что-то более привлекательное, более-менее привлекательное. А, кстати, смотрите, ведь еще можно, я так думаю, будет потом с кем-то скооперироваться в плане... здание взять, соседа найти сразу. Да. Нам звукорежиссер подсказывает, что нам пора уходить на рекламу. Ну и, собственно, мы на этом завершаем нашу беседу, да, с Еленой Урманской, председателем Кировского отделения Союза журналистов России. Впереди у нас еще одна небольшая тема. Спасибо за эту информацию. Ждем новостей, безусловно. Мы варимся во всей этой информационной повестке. И, безусловно, хотелось бы побольше позитивных новостей. Хорошо. В этом отношении. Да. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Да, реклама. А еще у нас одна новая тема, ну, вернее, как новая. Поднимали уже, да, безусловно, ее в прямом эфире. Сегодня просто продолжаем и, так скажем, подогреем еще раз внимание к ней. Ну, во-первых, информация от горадминистрации сегодня. Подведены итоги интернет-голосования за проекты конкурса «Город добрых соседей». Голосование, напомню, проводилось с 15 марта по 26, то есть накануне, в воскресенье оно завершилось, а 31 марта... А нам мэрия уже окончательные итоги этого конкурса озвучит. Да. Ну и, кроме того, мы хотели еще поговорить про еще один конкурс. Направлен он, напоминайте мне, пожалуйста, на кого направлен, на ТОСы, да, на территориальное общественное самоуправление. Их мэрия обещает обеспечить поддержкой в реализации проектов благоустройства. Это, повторюсь, не проект поддержки местных инициатив, не город добрых соседей, это еще одна самостоятельная, история под названием «Я в этом городе живу». Ну, давайте обо всем Павел по порядку. Павел Луков с нами на связи, начальник управления организационной работы администрации Кирова. Павел Витальевич, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, Павел Витальевич. Конкурс, да, вот от социальных инициатив. Почему именно такая специализация там, да, на ТОСы? Потому что, вот как Владимир перечислил, есть проекты, в которые вроде бы уже можно зайти. В чем необходимость появления именно какого-то дополнительного вот этого сайт-проекта? Этот проект у нас традиционный. Он проводится уже на территории города Кирова уже 10-й год. Угу. Поэтому мы в этом году также... решили не отказываться от данного конкурса, который именно, как уже было сказано, направлен на поддержку наших общественников, наших территориальных общественных самоуправлений. Поэтому решили традицию сохранить и дать возможность максимально людям поучаствовать в благоустройстве своих дворовых территорий в преддверии юбилея нашего города. А наложило вообще вот то, что это в преддверии юбилея, какую-то специфику на проведение этого конкурса? Стало денег больше? Под другим углом будете проекты рассматривать? Ну, здесь мы сделали акцент в этом году именно на благоустройство территории, на обеспечение безопасности, на проживание на территории многоквартирных домов. То есть это направление как раз связано с размещением камер видеонаблюдения в том числе. В этом году мы отказались в этом конкурсе с учетом объема финансирования от событийных проектов, это от проектов, которые направлены на проведение каких-либо мероприятий на территории этих дворов. Соответственно, здесь мы больше упор сделали как раз на создание некого озеленения инфраструктуры дворовых территорий. Конкурс уже стартовал, вернее, прием заявок, да, уже стартовал со вчерашнего дня, 27 марта, да? Все верно, прием заявок у нас стартовал 27 числа. Он у нас продлится практически месяц до 21 апреля. Поэтому у наших территориальных общественных управлений есть достаточно времени посмотреть вместе со своими соседями, что бы они хотели изменить в этом году на своих дворовых территориях, и подать заявочку на участие в нашем конкурсе. После чего, конечно же, конкурс — это все-таки некий отбор. Соответственно, после уже оценки всех заявок, которые будут поданы на конкурс, мы также определим нашей конкурсной комиссии, которая также определена победителем этого конкурса. Заявки принимаются до 21 апреля, да, все верно. Да. Принимаются они непосредственно в теруправлениях нашего города. Будет ли, Павел Витальевич, обучение? Традиционно у нас первый этап конкурса – это некое обучение. Тут оно предусмотрено, или ТОСы у нас, в принципе, они настолько активны и настолько уже погружены в городскую жизнь, что они все прекрасно сами знают?
Вы правильно сказали, что они действительно погружены в нашу жизнь, и конкурс, я уже повторюсь, он, конечно, проходит уже 10-й год, то есть, можно сказать, юбилейный год. Вот, соответственно, здесь мы с учетом вот специфики непосредственно проведения этого конкурса и направления там благоустройства и безопасности, мы провели на прошлой неделе учебу с нашими территориальными управлениями, с нашими руководителями центров местной активности, которые также непосредственно с территориальными общественными управлениями, с нашими ТОСами, тому, кому необходимо, проведут консультационные встречи, если необходимо, проведут какие-то, будем говорить, обучающие занятия с ними, то есть на базе территориальных управлений. Если необходимость и потребность такая будет, пригласят и в том числе нас, как организаторов конкурса, мы всегда готовы встретиться в любое время с нашими активистами и где-то что-то разъяснить, рассказать, более детально проговорить те моменты, которые их волнуют, их интересуют. Поэтому, конечно же, консультации и какие-то встречи не обязательно будут, и по желанию, в том числе и самих участников этого конкурса. Павел Витальевич, вот важный момент, да, наличие организации партнера у сообщества. Что это за организация? Можно вот пару слов, да, пояснить, что да, она предполагается это будет делать? Который да, это подрядчик, который готов уже воплотить в жизнь там проект, да, например? Здесь все очень, так скажем, просто в том плане, что организация партнеров – это организация, которая имеет расчетный счет. Для того, чтобы мы смогли заключить соглашение с победителем конкурса, а победителем у нас, как мы понимаем, станут как раз представители территориального общественного управления, которые не имеют регистрации юрлиц, соответственно, не имеют расчетных счетов. И для того, чтобы нам заключить соглашение для реализации проекта победителя, нам необходима та организация, которая выступит в качестве партнера нашим активистам и предоставить свой расчетный счет для получения субсидий на реализацию проекта победителя. И, соответственно, уже вместе с участником, вместе с победителем, они вместе будут реализовывать проект. И, соответственно, та организация, которая получит субсидию, она также просто отчитается за ее реализацию в рамках того проекта, который победит. То есть по тем, так скажем, документам, по тем бюджетам, которые будут утверждены данным проектом, который заявится на конкурс и победит. То есть это вот только с этой целью и привлекается организация партнер для перечисления субсидий. Именно организация, не физлицо. Так. Нельзя номер карточки дать, да, банковской, вот перечислять туда. Нет, тут именно, где расчетный счет, это либо индивидуальный предприниматель, либо это общество с ограниченной ответственностью. Смотрите, да, как часто проекты претендуют на максимальную сумму. Просто вот общий фонд конкурса 2 100 000 рублей, да, максимальная сумма 210. Можно ли, ну, по опыту прошлых лет сказать, что победителей будет, ну, 10 плюс-минус? Да, конечно, тут есть какие моменты, с учетом и опыта этого конкурса. Действительно, в разные периоды, в разные годы общий грантовый фонд, он составлял в разных пределах, то есть где-то была и больше сумма, где-то, когда конкурс начинался, где-то и меньше были суммы. Но, соответственно, понимаем, что жизнь у нас идет, и стоимость того или иного оборудования, она тоже, как говорится, растет. Соответственно, в рамках даже этих средств, которые, ну, в рамках субсидий предоставляются максимально 210 тысяч рублей, соответственно, для того, чтобы в том числе участник смог победить, он должен набрать максимальное количество баллов, соответственно, дополнительно еще привлечь свои средства, средства партнеров, которые выступят в поддержку данного проекта. Соответственно, эта сумма субсидии, она, конечно же, увеличится в какой-то части, то есть это будет решать сам участник, в какой части эта сумма увеличится для решения той проблемы, которую захотят в рамках этого проекта жители решить. Но с учетом того, что, конечно, некоторые проекты являются и запрашиваются меньшая сумма, то есть это может быть из 210 тысяч рублей быть запрошена там сумма на 100 тысяч рублей. Это все зависит от того, что непосредственно на данной территории в рамках проекта будут реализовывать жители. То есть это может быть просто озеленение дворовой территории, которая не требует там каких-то больших денежных средств и привлечения дополнительных средств. Если мы говорим какое-то оборудование, это там детские городки, либо какое-то и другое игровое детское оборудование, мы понимаем, что оно, конечно, стоит сейчас уже не маленьких средств. Поэтому здесь и партнеров привлечь необходимо будет побольше в этот проект, и сумму, конечно, будет запрашивать максимальную.
То есть все зависит от того, что хотят, конечно, жители. И проекты ежегодно, они по-разному. То есть где-то и максимально, но не всегда просится максимальная сумма. Ну вот, судя по опыту прошлого года, какие именно проекты, они в топе, что называется, да, находились? Что там, клумбы, что сейчас болит в основном, делают, да, у людей? Ну вот видеонаблюдение есть, это, я думаю, очень важная штука, да, учитывая чешущиеся руки, да, у некоторых, да, в том числе горожан, там, те же самые цветники повредить, свежепосаженное дерево выкопать. Видеонаблюдение тут, конечно, помогает найти хулиганов. Что пользуется основным спросом, так скажем? Ну, видеонаблюдение, оно, конечно, было введено где-то, если память не изменяет, где-то года 3 назад, вот эта номинация. Раньше такой номинации не было. Она, конечно, тоже стала востребованной для наших участников этого конкурса. Но в основном, конечно, здесь больше акцент жители делают, если брать, так скажем, максимальные проценты тех или иных заявок, конечно, больше направлен на некое благоустройство своих вот дворовых территорий, связанное с какими-то детскими конструкциями, с каким-то озеленением. То есть больше-то, конечно, этого проекта по благоустройству. Видеонаблюдение, оно, конечно же, есть, оно имеет потребность. Люди участвуют, заявляются с этими проектами. Но пока больше все-таки еще остается у нас в городе это благоустройство. Мы видим в анонсе конкурса, что экспертная комиссия объявит победителей до 19 мая, и дальше уже непосредственно этап реализации, да, начнется этих инициатив? Да, дальше уже будет опубликовано постановление с результатами уже работы комиссии и определены все победители. Соответственно, дальше идет уже процедура заключения соглашений под реализацию проектов. И до конца сентября люди в летний период, победители, будут благоустраивать свои территории. Угу. Либо делать видеонаблюдение, как мы уже сказали. А поиск подрядчиков – это задача непосредственно ТОСов, или вы помогаете тут тоже там, через конкурсные процедуры? Чем интересен и, будем говорить, хорош данный конкурс, который уже зарекомендовал себя, здесь как раз мы предоставляем как муниципалитет субсидию на реализацию того иного проекта. То есть люди сами определяют ту подрядную организацию, того производителя, где они считают, что тут то, что они хотят, это качественный продукт, это продукт не кем-то им навязан, они сами выбрали то, что они хотели бы видеть у себя во дворе. То есть никто-то им со стороны не привез, не установил, не купил это оборудование, либо не сделал какие-то виды работ. То есть они сами договорились, нашли тех, кто сможет им это сделать, и они уверены в этих людях. Поэтому это мы считаем, что это ценно, когда люди сами определяют, что и когда им необходимо и с кем работать. Павел Витальевич, спасибо большое за подробный рассказ. Еще один у нас. Да, собственно, про город добрых соседей мы хотели еще задать вам вопрос. Можем мы это сделать? Да, Павел Витальевич. Да, слушаю еще раз. Да, город добрых соседей, да, мы просто хотим еще раз подогреть внимание к этому конкурсу, приуроченному к 650-летию. Мы знаем, что 31 марта будут подведены окончательные итоги, будет объявлен список победителей, голосование уже завершено. Есть какая-то еще информация более подробная? Сколько поучаствовало людей в голосовании, насколько активно жители откликнулись на это все? Ну, итоги, да, уже есть. Мы ориентировочно в обед сегодня разместили на сайте, там, где проходило голосование, итоги голосования в разрезе каждого проекта. То есть сейчас может любой желающий, кто и, соответственно, участвовал в процессе голосования, зайти и посмотреть те результаты, которые на сегодня у нас сформировались. Что ценно, что здесь в этом голосовании у нас порядка 90 объектов было выставлено на голосование. Это именно объекты по направлению благоустройства. И за них проголосовало более 15 тысяч человек. То есть голоса распределились между вот этими порядка 90 объектов. Поэтому очень важно, что такое большое количество наших жителей, наших граждан приняли участие в голосовании. И какие замечательные результаты жители видят, что проект хороший и поддерживают своих коллег, своих соседей, что проект все-таки прошел, победил по итогам уже подведения итогов, когда будет рассматривать комиссия. И самое важное, хотел бы подчеркнуть, что голосование — это не сами итоги
конкурсного отбора, потому что эксперты, которые рассмотрели уже все заявки, они уже сформировали свой, так скажем, бальный рейтинг по каждой заявке. Это тоже касается и направлений события. Поэтому уже интернет-голосование, вот те баллы, которые там тоже размещены, то есть максимально 5 баллов можно было привлечь, это первые 10 мест по итогам голосования, и будут суммироваться с основными результатами экспертов. И это примерно порядка интернет-голосования даст 5% к тем баллам, максимально, которые будут выставлены экспертами. Поэтому они, конечно, и однозначно сыграют роль, это интернет-голосование в отборе победителей этого проекта. Но в любом случае, все там, соединение баллов экспертов будет все рассмотрено в ближайшие дни. Как вы уже правильно сказали, до 31-го мы должны подвести результаты этого конкурса. Все экспертные оценки и интернет-голосование с учетом его будет координационным советом конкурса рассмотрено, утверждено в ближайший день-два, и, соответственно, мы уже все опубликуем для всех информации, когда уже все мы сами видим, кто же все-таки у нас стал победителем. Было бы очень здорово, если бы вы подсказали еще, в каком часу можно будет заглянуть 31 марта на сайт 650kirov.ru, чтобы увидеть уже окончательные результаты. Ну, я предлагаю, что мы... Алло. Так, что-то у нас со связью произошло. Ладно, 31 марта будем смотреть. Да, обязательно. Я просто переживаю. Ты голосовал, поэтому так. Да, я голосовал и переживаю. Я в том числе переживаю, запомнишь? Помнишь, за жителей Субботихи, которые там просили в рамках этого конкурса в конце концов уже провести реконструкцию выгребных ям. Ой, много, конечно, эмоций все это вызывает. Ну да, сегодня администрация, она опубликовала. Да, спасибо. Благодарим нашего спикера Павел Лупов, начальник управления организационной работы администрации Кирова. Немножко не успели договорить, но ничего, сейчас у нас будет просто еще одна небольшая тема про краеведческий музей. Мэрия сегодня выложила название нескольких проектов, которые участвовали в голосовании. Ну и, видимо, они получили не самое малое количество голосов, там в числе... Проект жителей микрорайона Долгушино упоминается. Это безопасный переход. Суть в том, чтобы люди не переходили непосредственно через железнодорожные пути, а там была некая конструкция. Это опять к вопросу... О текущей деятельности, да? Об обеспечении текущей жизнедеятельности. Базовых потребностей горожан. Да. Проект из Нововятска. Называется он «Совет да декор». Там планируется благоустроить сквер у дома номер 81 по улице Советской. Вот опять же благоустройство, да? Несмотря на обилие конкурсов... Сквер, я так понимаю, там уже есть, да? Видимо, да. То есть сквер есть, и люди хотят сделать его там красивее, чем он есть. Угу. То есть это одна история. Железнодорожные пути это совсем другая. Да, фотозону там хотят сделать, место отдыха. То есть без фотозоны прожить можно. Среднестатистический горожанин вполне себе отлично существует без фотозоны. А то, что людям каждый день приходится переходить... опасный. И рисковать своей жизнью. Это совсем другая история. Угу. Вот поздравили жителей к 650-летию, что называется. Ладно, переходим к следующей теме. Ждем итогов, да. Переходим к следующей теме, завершающей уже нашу программу. Юрий Кислицын с нами на связи, сотрудник отдела краеведения областного краеведческого музея имени Алабина. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Приветствуем вас в прямом эфире. Очень хотелось бы получить от вас интересную, свежую информацию, пригласить жителей нашего города на вашу новую выставку под названием «Древность Вятского края». Да. Я, признаться честно, это я пролоббировала эту тему. Да. Я вчера просто писала новости и очень прям впечатлилась, особенно история про воина, которого представят кировчанам, да, будет некий портрет, реконструкция. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что за экспонаты, вот да, этот вот меч. В чем уникальность этого всего? Да, выставка на самом деле уникальна, потому что в нашем музее, полностью посвященная археологии, выставка – это первая. Вот, там представлены более 200 предметов, результатов археологических раскопок за вот 3 века исследований, которые проводились на территории Вятской земли. Воин, о котором вы вспоминаете, на самом деле удивительный. Это реконструкция воина азелинской культуры. И под этим рисунком, который так всем нравится, находится уникальный совершенно меч
которые датируются 3-5 векам нашей эры, периоду великого переселения народов. Это только один предмет из очень интересных, которые представлены на этой выставке. Угу. Ну, мы можем о других тоже поговорить. У нас время еще есть. Где-то минуты 4 у нас есть в распоряжении. Да. Да. Какие еще? Эту выставку посмотрели жители нашего города. И им очень понравилась, например, керамика с такого удивительного места раскопок с названием «Юртик». Этим предметом около 6000 лет. И, конечно, интерес был очень большой. Какие орнаменты тогда, например, жители использовали, когда делали эту посуду. Есть интересные очень украшения разных периодов и кольца различные. Гривны, все это можно посмотреть, о них интересная текстовая информация, кому недостаточно только созерцать. Вот смотрите, да, написано, что отдельный раздел выставки будет посвящен современным исследованиям, которые проводятся на территории Кировской области, там что можно будет лицезреть? Да, то есть экспонаты, там, понятно? Там представлен просто уникальный материал, это результат раскопок, которые начались 2020 года. Это фаянсовый завод Казариновых, Оричевский район. Там, кстати, в этих раскопках принимал участие и сотрудник тоже нашего музея. Рядом находятся предметы снаряжения археолога, которые можно посмотреть. И как раз там находится дрон. Вот с подобного дрона и было обнаружено место расположения этого завода. Также там есть предметы, которые обнаружены были в результате разведок НПЦ по охране объектов культурного наследия Кировской области. Это наши партнеры и друзья, которые помогали нам делать эту выставку. Скажите, уточнить хочется, вот эти экспонаты на этой выставке представленные, они как давно вообще не показывались? Они входили в другие постоянные экспозиции? То есть, опять же, подчеркиваю уникальность. Понятен ваш вопрос. Вот особенность этой выставки, ее уникальность в том, что очень многие предметы жители нашего города и гости нашего города увидят впервые, потому что коллекция археологическая нашего музея просто огромна. И та часть, которая выставлена в постоянной экспозиции, это в лучшем случае может быть там около процента, может даже меньше. Вот, и поэтому было интересно показать и выбрать наиболее интересные с точки зрения кураторов этого проекта предметы. Вот, поэтому, да, многое, что посмотрят наши посетители, они увидят впервые. Но я надеюсь, это только первая выставка из череды выставок, посвященных археологической теме. Юрий Сергеевич, а можете рассказать о самых старых, да, вот экспонатах выставки? Древних. Да, о самых старых мы уже немножко поговорили. Это, конечно, предметы керамики с поселения Юртик, которому 6000 лет. Вот. И там же находятся различные орудия, сделанные из разных пород камня. Наконечники стрел, наконечники копий, все то, что было необходимо людям того периода. Поэтому с большим интересом уже пришедшие посетители как раз рассматривали эти предметы, удивляясь, в общем-то, возрасту, который определяется вот все, что мы тут показываем. Вот тут такая своеобразная ретроспектива получилась, видите, от самых ранних до буквально нашего времени. Плюс мы же ведь еще рассказываем на этой выставке о том, как развивалось археологическое изучение на Вятской земле. То есть, да, и вот там история там первых археологов, так в кавычках можем назвать, крестьян, которые находили, да, вот предметы, хранили их, а потом вот передавали и в наш музей, и там в Кукарское просветительское общество. То есть вот вся эта история как раз она и показана, что показать, что это такая длинная линия развития, начиная там с 19 века и заканчивая нашими днями. Ну вот возрастное ограничение выставки 0+, и я вижу, что в рамках выставки есть некое развлечение для детей, да, игра «Путь археолога». Конечно. Что конкретно там ребятам предложат сделать, посмотреть, в буквально чем-то поучаствовать? Буквально минута у нас, да. Понятно. Хорошо. У нас там есть игра, которую специально придумали кураторы проекта. Это такой результат нашего мозгового штурма. По итогам, в общем-то, путешествия по этой выставке, ребята потом в ходе игры двигаются по карте, которая располагается
на двух подиумах в центре зала отгадывают вопросы, и организованные группы еще и получают небольшие призы на память от нашего музея. Ну, такой хороший, да, хороший повод прийти и что-то унести на память, да, для себя. Конечно. С 24... Да, с 24 марта по 21 мая будет продолжаться эта выставка, напоминает этот организационный момент, возрастное ограничение 0+. Ну и что, всех приглашаем, любителей истории и археологии, на Спасскую 6, да, все верно? Все верно. Да, все верно. Спасибо большое за эту информацию. Юрий Кислицын был с нами на связи, сотрудник отдела краеведения областного краеведческого музея имени Петра Алабина, один из кураторов выставки древности Вятского края «Три века исследований». Подумаешь, всего лишь три. Хочется добавить. Нет, это была шутка, да, безусловно. Со всем уважением к археологам и историкам я отношусь, конечно. На этом завершаем сегодняшнюю программу «Дневной разворот». Владимир, много тем, прям, да, что-то в голове сейчас придется, да, собирать все это воедино. Спасибо. Следующий «Дневной разворот» по традиции в четверг. На этом прощаемся. До свидания.